Лучи добра, друзья, с вами Волкофрения, и сегодня мы будем смотреть «Пираты Алоды Онлайн» или «Алоды Пираты Онлайн». Это у нас второй идет закрытый бета-тест, и мы с вами посмотрим, что она из себя представляет вообще. Посмотрим веточки развития кораблей, посмотрим... О, гром, легкий торпедный... Так, мне доступно что? Средний штурмовой крейсер, средний крейсер. Хадаган, ветка развития, и Каания. Мне больше симпатизируют типа пиратских кораблей с черными парусами. Вот это да. Канию я буду с вами прокачивать. И у нас есть гром, легкий торпедный клипер. Ребят, это игра про корабли, которые летают в воздухе и уничтожают друг друга. Типа сессионного World of Tanks и прочих там World of Warships, там, я не знаю, World of Planes, или как там. Да, Лили? Лили тоже с нами. Давай, запрыгивай. Вот. Оп. Так, у нас есть обучение здесь. Давайте можно пройти обучение по-быстренькому, чтобы хотя бы как-то тянуться. В принципе, я думаю, ничего здесь сложного нет, но надо знать какие-то тонкости по-любому. По-любому. Да уж, не знаю как, но мы все еще живы. Давно наша команда не попадала в такой шторм. Эскейп, чтобы продолжить. Все готово, сейчас только спрячься, можно стартовать. А ну стоять, кэп, старту, я удержу. Ну поехали, начать загрузку системы. Поехали. Корпус в порядке, капитан. Запускаю щиты. Эй, ты новенький что ли? Ну-ка на марш штурвалу, самое время проявить себя. Окей, давай сдвинем этот корыто с места. Нажмите красный квадратик, чтобы начать движение. Классно. Окей, о, датчик скорости ожил. А кто починил, а? Я починил. А теперь опробуем задний ход. Окей. Летит, родной, летит. Неплохое начало. Да ладно, хорош, что там? Право руля. Ой, непонятно. Лево руля. Ну, прям так, до таких подробностей, ребят, ну ё-моё. Набор высоты Space. О, даже так, набор высоты пробел. Датчик высоты ожил. Неплохо, а вниз теперь Shift. Даже так еще, вниз-вверх. Лель куда-то убежала. Что с навигационной системой? Запускаю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Через Shift. Давай быстрее-быстрее. Летим. Хорошо. Визор работает. С этим разберемся, пока нужно откалибровать карту и выяснить, можем ли мы нормально передвигаться. Окей. Есть, запускаю. Хорошо. А теперь летим к нему. Летим в точку. Точка там. Летим. Так, ну в принципе. О, можно вид из глаз. Аккуратно, аккуратно. Фух. Нормально, мы справились с этим. Давайте в точку сейчас залетим. Ну, в принципе, управление тяжелое. Shift пробел, вниз вверх. И. Да, да. Ходовой механизм в порядке, долетели хоть. Так, знать бы еще, а где этот ваш кватах? Чего? Да дайте спустимся и спросим. Вон домики снизу. Ага, через час будем иметь дело с лигийским флотом и еще чем похуже. Что с оружием? Так, давай, пусть новенький стреляет под моим руководством. Окей. Тогда смотри, салага, это сектор обстрела. Когда прицел переходит из сектора в сектор, он меняет форму, запомни это. Да, меняет форму. Так, а теперь пальника из основных орудий. Разместите прицел перед кораблем и нажмите клавишу правая, левая мышь. Откроется огонь из носовых орудий. Вы заняты. Ого. Так, у меня есть орудие 2.
А, правая или левая? У каждого типа орудия есть своя скорость нагрева. И так. Лупи из бортовых. Пока не вскипят. Окей. А сзади нет у меня. Не боюсь, не рванет. Видишь, нагрев ушел, все нормально. Можно повторить. Хватит палить впустую? Давай. Точно, давай. На приблизиться к турели. На 70 веселей. Он тоже по мне палит. Тоже палит. Я хочу с боковых. Да. Вот так. Докладывающий, ты у нас так себе. За ними глаз да глаз. Как только один пробьет, другой подставляй. Понятно. Типа с правого борта пробили щит, подставляем левый. Извините, что перерываю, но я закончил ремонт системы форсажа. Испытайте его по дороге. Так, отлично. После такого яркого приема мы просто обязаны зайти к ним с визитом вежливости. Полный вперед. Следуй к точке. Так, форсаж на единичку, да? Я так понимаю. Давайте попробуем. О, да. Вы покидаете точку, вернитесь, чтобы продолжить. Что такое-то? Разнесли корыто. Разнесли их корыто. Теперь можно спокойно захватить станцию. Хорошо. Так, захватываем точку, точку А. Я так понимаю, это тоже в игре будут точки на захват. Ну, в принципе, графика прикольная. В принципе. Стрелялки тоже прикольные. Все, победа. Победа. Красиво, красиво. Давайте теперь посмотрим, насколько можно. Вот у нас есть исследование, допустим, да? Вот у меня есть гром. Да, у меня есть гром. Бухта. А, у меня есть гром, шторм. И учебный. Не, мне нравятся с черными парусами, пиратские такие. Гром. Теперь я, допустим, хочу посмотреть развитие. Вот, как раз гром этот. Вот лили волосы. Зоркий, потом откроется молот. Теперь я нажимаю на гром. У меня есть что? У меня есть тактический модуль барракуда. Спринт. Короткое резкое ускорение, одновременно снижающее получаемый урон на 75%. О, классно. Вот это вот на единичку, да, форсаж. Потом легкая пушка магистр и тяжелое орудие марка. А где посмотреть, какое их количество орудий? А, тяжелое это одно стоит. А вот боковые пушки. Легкая пушка магистр. Бортовые. Так, ладно, дальше что у нас откроется, допустим, за 830? Тактический модуль «Вектор», «Мистический туман». Классно. Окутывает корабль, на 20 секунд снижает дальность обнаружения корабля. Так, тактический модуль «Дюна», ремонт в течение 10 секунд восстанавливает прочность корпуса, сбивается уроном. Легкая пушка «Картель», ДПС больше. Урон до перегрева больше. Круто. Дальность 80. Скорость такая же. Пушка Грот. Урон. Ну, поменьше. Что-то ДПС побольше.
Точнее, урон до перегрева. Так, ну ладно, это мы посмотрим. Давайте сначала накопим оборудование. Корпус клипера надежный. Корпус клипера укрепленный. Вот что надо. Корпуса надо. Одиночный щит. Нифига здесь столько всего. Круто. Очень круто, очень круто. Ну, я предлагаю пойти в бой. Это подождите, у меня есть золото, у меня есть свободный опыт 3000. Я могу сделать... Я ж могу его перевести, наверное, нет? Взять сейчас, исследовать... допустим, зоркий, тяжелый снайперский галеон. Средний инженерный фрегат. Вспышка. Легкий торпедный клипер. Средний инженерный фрегат. Тяжелый снайперский галеон. Сложность средняя. Выше средней. Очень высокая. Давайте метки вот снайпера возьмем. Что мне надо? Исследование. Я хочу его исследовать. А, надо сначала вот этот. Понял, сначала надо, значит, как везде прокачать свой корабль по полной, да? Мне надо опыт перевести просто. Как мне перевести опыт? Интересно, можно его переводить здесь вообще пока что? Я не вижу, честно. Ладно, давайте в бой. Вы находитесь в очереди. Все, поехали. Игроков много довольно-таки участвуют в закрытом тесте. Че, сразу поехали? А нет, не сразу. Так, че, парни, что делаем? Что делаем? Захватите режим захват точек. Захватывайте точки, переноси команде очки, убивайте врагов. Побеждает команда. Давайте, ребята. Точка Б. Точка Б. Я еду на точку Б. Буду захватывать ее сейчас. Вниз спускаемся. Все, пошел захват. Пока не вижу никого. Что это такое-то? Где мои стволы? Аккуратненько. Мы захватили точку С. Чё за жесть? Что это такое за писюльки у меня летят? Поднимаемся. И валим. Вот. Ракеты. Блин. Нормально, нормально, попадаем. Аккуратно, у нас уже что-то мало осталось. Щиты все сбили, по-моему, да? Да ежишь. Красиво. Аккуратненько прячемся. Вот это по красоте вообще так-то. Ай-яй-яй, больно-то как. Есть, захватили точку Б. Вот. Мне кажется, ли мы все их раскатали. Только что у меня за пушки такие вялые? Вообще прям. Я думал, у меня как будет, как в тренировке, там еще ракет какие-нибудь. Но нет. Но у меня есть ракеты. На точку С надо ехать. Включаем гидро. Валим, валим.
перегревается вообще за секунды просто. Помог убить. Ого. Ого. Орудие уничтожено. Хорошо, давай. Валим, валим жука. Уничтожил. Уничтожил газана. Откуда они летят-то? Мы же их, по-моему, перевалили всех. Так, тихо. Так, мне осталось щита вообще ничего, да? А где мои ракеты? Все, кончились? А вон еще летит. А, тут по очкам все ясно. Вот ракеты пошли. Правда, мимо пошли, да? Вообще не понял юмора. О, газан летит еще. На точку А надо ехать. Так, чтоб тебя разорвало. Режим наблюдения. Меня взорвали. Ну, я нормально одного успел завалить. В первой каточке-то хорошо. Захватили точку А. Да все, это победа. Это победа. Надо 1000 очков набрать. У нас 921 очко. Полетели. Ускорение. А, уф. Ну где ж тор... Ага, все ясно. Передние у меня стреляют с ракетами, что-то я сразу не понял. Есть. Золото, опыт корабля. Завершить бой. Победили, неплохо, очень даже неплохо. Достижения мне даже дали. Чтоб тебя разорвало. Поглотить щитами более 300% их суммарного объема. Да ё-моё, хорош вообще. Неплохо было. И давайте посмотрим теперь исследование. Или развитие. Что нам надо для этого корабля? Так. Так, так, так. Может быть, все-таки здесь тогда прокачивать. У меня 685. Ничего не могу. Легкий штурвал С1. Скорость поворота. Оп. Так, еще надо в бой, еще надо сгонять. Отремонтируйте. Автоматически чинить. Конечно, счиним. Как-то можно свободный опыт этот перекачивать. По любасу. Ладно, в бой. Поехали. Самый активный в режиме. Принять участие в сражениях 1/10. Главная победа. Одержать еще 2 победы мне дадут 5000 опыта, да, я так понимаю, корабля. Это золотой черепок. И что-то 70 тысяч этих дублонов. Вау, 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 вау. Еще 2 победы, ребята, надо сделать. Надо. Ну, слушайте, выглядит неплохо. Очень даже неплохо выглядит. Прикольные звуки. Прикольные. Это смертельный бой. Зарабатывать очки, уничтожая противников. Подбирая бонус, чтобы подчинителю усилить свой корабль. Ага. В течение боя будут появляться особые бонусы. Ими можно усилить всю команду. Побеждает команда, первые набравшие 1000 очков. Нифига там портируются они. Офигели, что ли, вообще такие читеры просто. Читеры вообще. Ну поехали гаситься, ребят. А я тут такой дрищ на первом кораблике. Ну давай, давай. Давай.
Давай, аккуратно. Ракеты пойдут, нет? Ракеты. Давай, ладно, тогда будем боковым стрелять. И да ладно, я уничтожил, да хорош, вы что, круто ж было. Орудие перегрето. Так, помог убить, хорошо. Тут бонусы есть, починка. Бонус починка. Пока все нормально. Ой-ой-ой, да как же ты выстрелил, блин. Все щиты уничтожены. В смысле, как? У меня же был фул. У меня же фул жизни было. Нормально, парень. Ну, мы, да, опять же, побеждаем, да, по идее? Это хорошо. Это очень хорошо. Давай, ребят, я готов месить. Ускорение, летим. Взял починку всем или только себе? Наверное, только себе. Так, мне надо теперь нормально попасть с ракет. Ваншотнуть просто с ракет. Я готов ваншотать. Готов. Пошли. На, сука. Красиво. Просто, ребята, это было красиво. Тихо, уходим. Улетаем. Блин, нифига, ракеты-то ваншотят. Вот как меня ваншотнули, походу, ракетами. Вообще жесть. Так, сюда я зря полетел. Или нет? Вообще было по красоте. Не долетят. Слишком. Так, бум. Эх, подняться надо. Давай, стреляем по нему, стреляем. Надо постоянно на ходу быть. Вот что я знаю об игре. Постоянно на ходу, чтобы ракеты не попадали. И вот поэтому надо шмалякать. Ракетами просто. Окей, хочешь так? Давай. Ого! Накидал, нормально. Так, тихо, я что-то запутался. Давай. Да куда ты выстреливаешь-то? Вот неудобно на самом деле. Он как повернут, так и выстреливает такими пушками. В принципе, удобно, но иногда не хочешь этими пушками стрелять, которыми тебе предлагают, да? А мы сейчас вот так тебя как возьмем. Бом! Бич! Ха-ха-ха! Минус один. Великолепно. Так, кто-то меня сзади накидывает, я не понимаю. Ты что-то мне накидываешь? Иди сюда. Накидывает мне жопа с ручкой. И ракеты пошли, и одна... Да! Красиво! Еще третьего завалил. Вообще красиво. Вообще хорошо, ребята. Вы видели, ракеты реально просто разрывают шаблоны. Так держать серия из двух убийств. Помощь в убийстве двух врагов. Нанести урон врагам в течение одной... Семи врагам в течение одной жизни. Круто. И у меня 1527. Теперь можно что-то развить. Точнее, исследовать. А что мы можем исследовать? Может быть, какие-нибудь пушечки? Вот эти вот ракеты.
Не, надо вот эти вот улучшить. Смотрите, есть вот такой момент, 26,9, перегрев 144, до перегрева, здесь быстро перегреваются они, быстрее. Перезарядка 2,9, перезарядка 3,3. Не, надо вот это вот, мне кажется, легкая пушка, пушка-звено. Дальность, все то же самое. Только дольше она стреляет. ДПС. ДПС больше у этой пушки. Поэтому изучаем. Купить. Установил ее? Нет. Почему не установить? Вот. Установить. А, установил ее. Все, понял. Она здесь. Так, потом у меня есть 577, это уже ничто нам, ничего нельзя здесь сделать. Легкий двигатель, ускорение, поворот, ну все, да, все, поехали. В бой, друзья мои. Корабли, четверть, что там было, подсказка какая-то. Захват точек, ну мы поняли. Так, ну чё, у нас теперь будет... Будут пушинцы неплохие. В бой! Мы должны удержать эти точки! Помощнее, да? Помощнее. И летим на Б. На А никто не полетел. Ну, сейчас будет у нас замес в центре, походу, как всегда. Ракеты и так, в принципе, разрывают всех, поэтому... Захватываем. Мы захватили точку С. Опа, опа, опа-па, девки, ты трепа-па, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, иди сюда. Ой-ой-ой. Тихо, ты что-то больно мне нашпиговал. Мы захватили точку Б. Есть, захватили, да, ее? Точку А захватил враг. Ай! Мне кажется, меня сейчас разнесут. Меня разнесут сейчас. Уходим. Ай-яй-яй-яй, больно. Жесть. Восстановить, восстановить. Можно восстановить вообще здесь что-то? Да, восстанавливается. Ай, ракеты прошли мимо. Был бы отличный выстрел. Все щиты уничтожены. Ух ты, ё-моё. Женщина уничтожена, он сказал. Я горю. Ускорение, уходим нахрен. Уходим нахрен, уходим. Уходим, друзья. 15 у меня из 400. Этот откуда взялся? Маковка. Я на точку С прилетел. Спасибо, кто-то хиляет меня, что ли? Воу, unbelievable. Unbelievable. Спасибо, бро, вообще от души. От души вообще нахилял меня. Классика просто жанра. Так. Вот это меня здесь по фулу восстановили. Вообще красавец. Тут еще такие штуки даже есть, типа саппорт, подсаппортил. И ракеты пошли. И не дошли, походу.
И ракеты. На, красиво. Великолепен просто. Просто великолепен. God. Просто the God. Окей. Надо лететь на А, мне кажется. Спасибо саппорту, вообще красавчик просто. Воу, не так быстро, как хотелось бы, набирал высоту. На Б, на Б, на Б. Не попал? Не попал, походу. А, это сучка маленькая. Дрочилыга просто тут какой-то. Сейчас я тебя... Сейчас я тебя насажу. Давай, давай. А я тебя догоню, сучка, я тебя догоню. Иди сюда. Я не дам тебе так просто взять и захватить точку С. Нет, тебе придется меня убить. Ай-яй-яй, ракеты промахнулись. Чё за замесы тут лютые? И чуть-чуть осталось. Красиво, отлично, отлично. Валим, валим, валим. А-а-а. Давай, 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 добей, добей. Все, добили. Точка С наша. Стратег, конечно, стратег, ёпрстоты. Конечно, стратег. Тут надо, надо. Хочешь побеждать, надо вертеться, надо рвать жопу просто. Едем, да? Да. Надо научиться попадать ракетами, они ваншотят вообще, дай боже. Магистр! И надо ракеты, ракеты пустить. Куда ты пустил-то на автомате, ёпарцеты? Печалька вообще. Часики уничтожены. Попал, говнюк, ты посмотри, а? Как он попал-то? Он же был внизу. Ладно, вот этот прикольный саппорт. Всех хиляет, ездит. Классно, классно вообще. Но они тут должны разобраться. Ну все, победа. Это победа. Можно даже не лететь. У-ху! И это победа. Это опыт корабля 1193. Неплохо, очень даже неплохо. И где я тут? Неплохо, нормально. Настрелял, что-то там наделал. Столько медалек всяких. Так, давай исследование. У меня 1700. Что можно? Я хочу корпус купить. Корпус обязательно. Теперь прочность 470. Потом двигатель. Скорость вертикальная, горизонтальная. Во, этот, вот это надо. Обязательно. Круто, ребята. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо. И это мы смотрели. Кораблик Гром. И потихонечку прокачиваемся к... К... А что нужно, чтобы купить-то его, я не понимаю. А, опыта надо 15 тысяч.
Ё-моё. 15 060. То есть экзоркому опыта надо тоже 15 тысяч опыта, короче, надо, чтобы корабль приобрести следующий. Но я хочу вот зоркий. Хочу его. Надо играть и играть, походу. Катать и катать, ребята. Вот так вот. Посмотрели мы сегодня примерно, как выглядит игра Алоды Пираты Онлайн или Пираты Алоды Онлайн. В принципе, очень даже неплохо. Прикольно постреляться сессионно, типа что-то вроде World of Tanks, но только на таких пиратских там разных корабликах парусных. Летаем, стреляем, выносим всех, хилимся, там саппортить можно. Круто, круто. Почему нет? От Mail.ru, друзья, что странно. Да нет, на самом деле здорово, молодцы. Вот, всем советую, зарегистрируйтесь на закрытые тесты, еще, я думаю, будут, и скоро, я думаю, ОБТ вообще будет, так что будем все вместе играть. С вами был Волкофрения, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, все ссылочки есть в описании, и вступайте в группу ВКонтакте, мы там общаемся, пишите, не стесняйтесь там, я там, ребят. Все, лучи добра, пока всем.